Всем привет! У нас сегодня Bentley Flying Spur, это последнего поколения. Наши клиенты приобрели его взамен самого первого кузова. У них был предыдущий автомобиль 2000, по-моему, 5 или 4 года выпуска. Так что, как вы видите, владельцы Bentley, они достаточно прогнозируемы. Как правило, если человек катался на Bentley, он либо купит Bentley, либо купит Rolls-Royce. Но это мои личные наблюдения, возможно, я и не прав. Вот эта вот интересная решетка, даже вообще страшно подумать, сколько она может стоить. Но я думаю, что как-нибудь в ближайшее время сделаю какой-нибудь такой обзор, прайс-обзор, наверное, так надо назвать, по ценникам вот именно на эту модель, потому что есть сейчас запросы по поводу запчастей для этих автомобилей. И какие-то вещи привожу на заказ, поэтому есть уже некое понимание, сколько что стоит. В общем, сейчас смотрим немножко автомобиль при таком освещении. Он стоит у нас в боксе в автосервисе. После этого немножко прокатимся, посмотрим, что внутри. На свету посмотрим, как все выглядит снаружи. Я думаю, при дневном освещении это будет гораздо интереснее. И в конце мне все равно его ставить на парковку. И там будет достаточно темно, и включим фары, и обязательно посмотрим, как он при темном освещении, при темном свете. Flying Spur настолько хорош, что, честно говоря, на нем даже жалко ездить, потому что вокруг грязь, и ну, просто мне на нем жалко ездить. Я вообще не понимаю, как им пользоваться. И если он у вас уже есть, то я бы, наверное, конечно, ездил на нем только в хорошую погоду летом. Но, как вы, наверное, уже заметили, в Москве в основном те, кто катаются на таких автомобилях, они ездят с водителем, поэтому это, в принципе, каждодневный автомобиль. Но, с другой стороны, если бы, конечно, не было таких диких цен, которые есть сейчас, то, возможно, относились бы к этому по-другому. Но что имеем, то имеем. Но на ходу, на самом деле, вот первое впечатление, в принципе, от предыдущего кузова ничем не отличается, и едет он как и должен ехать вот такой вот членовоз от Bentley. В принципе, здесь, я так понимаю, приоритет сделан для человека сзади, а не для водителя, поэтому ну вот все для пассажиров. Против солнца, конечно, не очень снимать. Но, в общем, по идее, тут тест-драйв на таком автомобиле, ну, я не очень понимаю, как бы, в чем его смысл, потому что автомобиль не спортивный, ну и, соответственно, тут как бы все хорошо, пахнет кожей, очень комфортно, шума никакого. Ну, в общем, S-класса такой хороший, понятный автомобиль. Ну и поэтому я думаю, что не будем увлекаться с ездой на нем, потому что нового ничего вам не смогу рассказать. Очень интересная тема оказалась, на ходу не стал показывать, потому что неудобно. Когда едешь, смотришь все время вот на эту эмблему. Отсюда ее, может быть, не очень видно. Сейчас я поближе сделаю. Вот так вот. И, в принципе, то, что капот поделен вот этим вот хромированным молдингом пополам, достаточно удобная вещь. Ты как бы понимаешь габариты. С одной стороны вот так, с другой стороны вот так. Мне эта тема понравилась. Может быть, конечно, такой незначительный момент, да, но он интересный. Ну, больше, конечно, при езде, ну, честно, даже не знаю, на что здесь обращать внимание, потому что вещь настолько хороша, что просто не знаю, хочется хвалить в ней все, наверное, так. Хочу вам показать фишку, которую показывают все зарубежные блогеры. Ну, собственно говоря, запустить нужно мотор, и сейчас вам покажу, что происходит, и, в общем, на этот аттракцион можно продавать билеты. Так, что-то пошло не так. Вот видите, возьмитесь за обратную сторону у отмеченного участка. Так, теперь нужно посмотреть руководство, что ли? Странно. Пробуем дальше. Слушайте, я что-то не понимаю, как она заводится. Может быть, я какой-то неправильный человек. О, вообще все погасло. Вот это не постановка, это реальная жизнь. Я забыл то, чтобы показать то, что я вам хочу показать. Я запер автомобиль. Надо было просто-напросто его открыть. Ну вот теперь самое главное. Вот оно.
Вот эту вот фишку с переворачивающимся монитором постоянно везде показывали. Вот в первых обзорах Bentley, как я только увидел, это прям был самый-самый такой топовый контент. Но в целом ничего такого сверхъестественного в этом нету. Но интересно то, что монитор, видите, он идет такой за подлицо. И это выглядит на самом деле очень-очень неплохо. Давайте уже выйдем на улицу и посмотрим, как выглядит это чудо техники. Могу вам сказать, что живьем этот автомобиль смотрится намного интереснее, чем на видео. И это определенно. Прежде всего, передняя часть. Bentley на новых моделях, мне кажется, вот очень правильно как-то сочетали преемственность своих поколений и с каким-то таким, знаете, современным внешним видом. Не знаю, как это таким правильным русским языком выглядит, честно, затрудняюсь сказать. Но вид у него классный. Фары — это вообще произведение искусства. Мне у Bentley они очень нравятся, начиная с Мульсана и вот заканчивая вот такой вот моделью. Фары действительно классные. Заранее извиняюсь перед владельцами BMW, но намного интереснее они смотрятся. Насчет функционала не могу вам сказать, но внешне, во всяком случае, это, по-моему, самое лучшее, что я видел именно вот конкретно у автомобилей такого класса. Второй момент, который сразу бросается в глаза, это обилие хрома. Во всяком случае, при первом взгляде на ощупь, это все действительно металлическое, это хром. В этом есть плюс, потому что, как вы понимаете, то, что катается в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, там у нас не жалеют реагентов, не жалеют химии зимой. И если ты на этом автомобиле катаешься зимой, естественно, все приходит в негодность. Но здесь та же решетка вот передняя, которая гриль большая, да, она стоит около там 2000 евро. Поэтому, сами понимаете, хром в круг при нынешнем курсе рубля, я думаю, это будет вообще такое развлечение не из дешевых. Поэтому, конечно, наверное, надо либо как-то его пытаться защитить, что не очень реально, ну, либо просто-напросто не ездить на нем зимой. Тем более, сами понимаете, сейчас с гарантией ситуация такая, ну, мягко говоря, двоякая, но по факту гарантий на этих автомобилей, просто сейчас на эти автомобили не существует. Нас просто-напросто наши, как говорит наш президент, наши европейские партнеры, но я добавлю от себя такое, может быть, не литературное слово, просто-напросто они нас кинули, да, то есть производитель путем, ну, посредничеством нашего дилера, наших дилеров продавали эти автомобили, и теперь завод просто-напросто русскими буквами всех послал, и ты купил автомобиль, купил его новый, чтобы он у тебя, так скажем, был новым, был с гарантией, ты за все это переплатил, но по факту мы имеем то, что все эти автомобили вдруг в один прекрасный момент стали не гарантийными. В чем здесь вина покупателей, честно говоря, для меня до сих пор непонятно. И вообще, что это за политика такая? Ну, то есть, я так понимаю, что все договоры, они сейчас не легитимны. Ну и, в общем, то, что происходит, ну, я вам не буду рассказывать, вы сами все это видите. Интересно то, что здесь, как вы видите, по шильдику, здесь 12 цилиндров, дубль 12, все как надо. Есть один такой момент. Я сам не механик, по-русски говоря, гайки не кручу. Сейчас, кстати, вам показываю вот эти вот рамки стекол, да, то есть они очень и очень по стилистике похожи на предыдущие. И здесь все понятно, что за автомобиль перед вами. Так вот, вернемся к двигателю. Двигатель здесь, я так понимаю, что нового образца, и очень-очень большое у меня есть догадка, большое предположение, что этот же мотор ставится и на паркетнике. Так вот, я уже, наверное, говорил, на паркетниках, те, что выпускаются с 2017 года, уже несколько автомобилей попадались именно с вот этим вот мотором, с задирами в цилиндрах. Это не есть хорошо, поэтому я так понимаю, что это, возможно, это было просто в самом начале, и уже на этих автомобилях этого не будет. Но, тем не менее, есть о чем задуматься, если рассматривать этот автомобиль на вторичке. Только что вам показывал панорамную крышу, если это можно так сказать. Но, на самом деле, сделано прикольно, потому что на черном цвете это все таким монолитом идет и не выделяется. В принципе, смотрится здорово, именно у тебя есть функционал. И, например, на белой машине черная крыша, ну, мне кажется, не очень смотрится. Хотя многие пытаются на своих Kia заклеить там, или на Camry заклеить каким-то черной пленкой. Но, мне кажется, это по меньшей мере как-то не очень смотрится. Но давайте посмотрим, что здесь внутри. Еще раз повторюсь.
Это очень хороший автомобиль. Действительно, у Bentley получился хороший, красивый седан. Предыдущие кузова, мне кажется, намного по внешнему виду уступали. Купе, да, с купе у них всегда все неплохо, но именно с седанами, именно Flying Spur, мне они не очень нравились. Ну, у них, в принципе, такой классический дизайн был всегда, но, на мой взгляд, скучноватый. Вот то, что мы сейчас видим, это действительно, на мой взгляд, хорошая вещь. Видите, здесь такая, я так понимаю, что это сейчас у них топовая комплектация, First Edition. Ну и здорово. Причем, обратите внимание, черный кожаный салон, это как-то уныло, да, уже даже в названии черный кожаный салон, это уныло. Но здесь выглядит все настолько как-то правильно, да, то есть именно полностью черный автомобиль с черным деревом. Здесь, я так понимаю, что это типа рояльный лак, наверное, так это можно назвать. Все это выглядит, ну, не назовешь, что это весело, да, это не итальянский автомобиль, но в целом все это выглядит органично и не скучно. Давайте посмотрим, что сзади. Сзади достаточно прилично место. Ну, могу вам сказать следующее. Например, вот именно этот автомобиль, он имеет небольшой пробег, и мы его купили за относительно скромные деньги, не буду называть за сколько, но могу вам сказать, что за эти деньги сейчас уже не купишь новый 223 кузов Мерседеса, а на этом автомобиле пробег меньше 10 тысяч. То есть это действительно очень такая хорошая получилась, удачная покупка. Но сами понимаете, что с 223 Мерседесом, наверное, нельзя сравнить, потому что все-таки 223 это масс-бренд, это такси. Ну, то есть, ни в коем случае не хочу какие-то умалять преимущества Мерседеса, но это просто разные вещи. Ну, то есть, как мухи и котлеты, да, сами понимаете. Часы, тоже про них достаточно много общались, много разговаривали. Breitling, может быть, неправильно называю, но вот именно эта часовая мануфактура перестала в какой-то момент сотрудничать с маркой Bentley. И я так понимаю, что это может быть не очень хорошо, потому что те люди, кто эти автомобили покупают, ну, как бы все привыкли, что часы должны быть именно этой фирмы. Но сейчас что-то пошло не так, и их, я так понимаю, не будет. Потому что, например, было пару у меня запросов именно на приобретение вот этих вот часов именно мануфактуры Breitling, потому что их можно сюда поставить. Ну, в общем, в каждой марке есть какие-то свои такие интересные нюансы. Вот здесь вот как раз с часами, ну вот есть такой нюанс. Показываю детально, может быть, не совсем впопад говорю, потому что информации, ну, лично у меня какой-то немало, ну, такой эмоциональный может быть, поэтому не совсем в кадр. Смотрите, любуйтесь, там, может быть, какие-то есть вопросы, задавайте. Очень удобное сиденье. Я, конечно, много не ездил, но я попробовал как бы во всех вариантах, и пассажир сзади, водитель. Сиденье удобное. Ну, вот этот их фирменный ромбик, с этим тоже все в порядке. И обратите внимание, он идет от более крупных к более мелким таким фрагментам. Тоже интересно. Я думаю, что Mercedes наверняка это скопирует. То есть тут это уже, видите, инновация в ромбиках. Ну, я думаю, что пришла пора посмотреть, что творится под капотом. Естественно, как и на всех английских автомобилях, там, как правило, все красиво и очень такое приятное для глаза пространство. Вот этот вот новый двигатель V12, 635 лошадиных сил. Честно говоря, не могу сказать, какой расход топлива. Я думаю, что здесь это абсолютно не важно. Но, тем не менее, многие люди интересуются. В принципе, может быть, это правильно, если ты рассматриваешь такой автомобиль, да и вообще автомобиль в целом. Ну, все нюансы, наверное, нужно знать. Тем более, если ты покупаешь этот автомобиль, ну, в качестве какой-нибудь игрушки, да, не в качестве просто там некого средства передвижения из точки А в точку Б. Ну, вот так все выглядит под капотом. Не только итальянцы умеют делать красивые вещи в плане кузова, ну и подкапотного пространства. Bentley в этом отношении, вы видите, движется вперед, движется действительно уверенно, и мне кажется, что в правильном направлении. Посмотрите, какая здесь красота. Ну, дай бог, чтобы это также долго и красиво служило, как это выглядит. Я надеюсь, что так оно и будет, потому что лично мне эта модель очень и очень нравится.
несмотря на то, что это огромный седан, я бы ездил на нем за рулем. Ну и давайте покажу такую интересную приколюху. Я пока стоял тут, ждал человека по соседству, дилер Мерседеса. И, в общем, за всеми моими манипуляциями из соседнего Майбаха наблюдал водитель таким большим интересом и даже снимал на телефон. Ну, в общем, что мы сейчас делаем? Самая интересная приколюха, конечно, в этом автомобиле – это эмблема, которая выдвигается. Вот сейчас я вам показываю, как это все работает. На самом деле все достаточно просто. Опять же, мне не очень понятен вообще сам вот этот вот момент вот этой выдвижной эмблемы. Но понятно, что, наверное, ее прятать это правильно, потому что на старых моделях того же Rolls-Royce, Brooklands была механическая система. В случае соприкосновения с каким-то препятствием просто все это дело на пружинках туда внутрь складывалось, и все было нормально. Здесь теперь сделали все это в электрическом виде с электроприводами. Основной вопрос, может быть, вы знаете ответ, честно говоря, у меня, так скажем, в моем скудном сознании и понимании это не укладывается, для чего это нужно. То есть вот тут целая история посвящена вообще вот этому, вот этим танцам с бубном, да. Ну вот действительно, смотрите, кнопочку нажали, эмблема показалась, кнопочку нажали, эмблема опустилась. Зачем это нужно? Просто загадка. Но, тем не менее, за всеми моими манипуляциями водитель, который сидел рядом, наблюдал, снимал на камеру. Я думаю, что прежде всего эта опция, она, наверное, для какого-то азиатского рынка сделана, потому что азиаты очень любят всякие интересные побрякушки. Ну и плюс этим всем можно управлять. Я думаю, что для каких-нибудь тиктокеров, ну либо каких-нибудь там небедных блогеров, это, наверное, будет интересно, ну и какой-то добавляет контент. Но это еще не все про эту эмблему. Чуть позже я вам покажу, до чего, собственно, извратились на Bentley вообще с этой эмблемой и со всей этой историей. Но это мы отложим на чуть-чуть попозже, потому что действительно это, мне кажется, такая объемная тема для рассуждения. Вот мы перешли, собственно говоря, в темное помещение, как я вам обещал, по поводу внутренних подсветок. В отличие от того же 223-го Мерседеса, здесь все в спокойной цветовой гамме. Может быть, я не добрался до каких-то там экстремальных цветов, но во всяком случае здесь нет какого-то дико розового, каких-то закатов, знаете, в Майами. Здесь нету ярко-синего. Ну и слава богу, спокойная подсветка. Причем, обратите внимание, это динамики. И вот это вот все, это подсветка. То есть это все подсвечивается. На мой взгляд, это очень выглядит дорого и благородно. Ну, как вы считаете, тоже пишите в комментариях. Вот эти вот часики, собственно говоря. Ну, на мой взгляд, очень здорово. Опять же, вот это вот все остальные детали, они, если попадают немного света, да, хоть какого-нибудь, тоже так достаточно приятно блестят. Ну, и ощущение такое, что ты сидишь, наверное, ну, ни разу не летал на самолете, и в кабине пилот, конечно же, тоже не сидел, но что-то такое близкое к этому. Но вместе с этим, благодаря вот запахам, материалам, ну, в общем, все это создает такое очень уютное пространство внутри. Ну, вот как раз по поводу фар, мне очень нравится именно в темноте такие какие-то новые машины рассматривать, именно как работает у них оптика. Это, я думаю, что в принципе, даже можно какой-то сделать отдельный контент, если в это сильно погружаться, углубляться. Но, на мой взгляд, это как бы тоже такая часть момента при покупке автомобиля. Потому что мне раньше на самых первых Майбахах очень нравились задние фонари. Они были огромные. Вот этот вот их свет, по тем временам это выглядело, ну, просто как бы очень и очень круто. Но, как вы понимаете, сейчас мы приближаемся опять к истории с эмблемой, и сейчас я вам ее буду показывать. Но в целом автомобиль, еще раз повторюсь, отлично смотрится, он гигантский, но он прям очень такой какой-то пропорциональный, да, вот вы видите, и несмотря на то, что колеса огромные, вот это вот все, оно действительно сбалансировано. Задние фонари не очень мне нравятся в плане внешнего вида, но опять же у Bentley есть свой стиль. И очень это перекликается с предыдущей моделью. Но, в принципе, я думаю, что этот автомобиль, он все-таки, нет у него вот этого отсыла
к азиатским каким-то мотивам, да, как у того же 223-го Мерседеса с узкими фарами. Слава богу, здесь такого нету. Индивидуальность сохранена, ну, в пропорциях, во всем. Ну, я думаю, что эта модель, если бы не нынешняя ситуация в нашей стране, я думаю, что она бы точно пошла и пошла бы, ну, очень здорово. Надеюсь, что все наладится, вернее, так и будет, это точно. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим пополнение на улицах вот этого вот модели. Ну, естественно, купе в новом кузове, их достаточно тоже уже сейчас много. Ну, актуальная модель, мне тоже она очень нравится. В ближайшее время, надеюсь, мы приобретем пару таких купе для наших клиентов. Ну и будет что поснимать, потому что один из них, скорее всего, будет кабриолет. Вот эта эмблема, продолжаем. Ну, реально, можно про нее снять, мне кажется, целый фильм документальный. Обратите внимание, в крыльях есть подсветка. Вот так это все выглядит. Но вот, опять же, возвращаясь к моему вопросу, для чего все это нужно? Ну, то есть, я не могу этого понять пока, во всяком случае. Но, может быть, со временем дорасту и пойму. Ну, вообще, как вам в целом автомобиль? Тоже поделитесь своим мнением. Ну, и вот по поводу эмблемы, у кого какие будут вопросы, либо комментарии, обязательно пишите. Я думаю, это стоит обсудить. Ну, вот, в том числе и подсветку. Зачем нужна подсветка эмблемы? Ну, то есть... Очень-очень, мне кажется, будет это интересная дискуссия. Но по поводу цен на эти автомобили, я думаю, что тут вам в помощь Автору и прочие ресурсы. Цены сейчас нереально завышены. Новый автомобиль стоит что-то порядка 60 миллионов рублей, я посмотрел. Но это явно перебор, потому что при нынешнем курсе это что-то там плюс-минус там 800 тысяч долларов. Раньше 62-й Майбах новый стоил таких денег. Вы сами понимаете, где 62-й Майбах, ну, если как бы по поколениям, да, где Bentley Flying Spur, ну, вообще не рядом, да. Но, тем не менее, сейчас живем вот в такое время, хочешь покупай, не хочешь не покупай. Но я думаю, лучше выбирать второй и просто-напросто подождать, потому что тому, кто хочет продать, сейчас это сделать нелегко. Цены завышены. Спроса как такового нету, потому что все люди ждут. Поэтому, ну, мое мнение тоже, нужно подождать. Вот эти вот, кстати, прекрасные фары, вот я вам со всех сторон их показываю. Мне кажется, что это в определенной степени такое произведение технического искусства, наверное, можно так выразиться. Но, в принципе, на этом, я думаю, надо закругляться. Если какие-то вопросы будут, пишите, задавайте вопросы, пишите комментарии. Я думаю, что этот автомобиль не оставит никого равнодушным. Ну, на этом пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В ближайшее время будет 223-й кузов Мерседеса. Всем пока!